Очень популярное песочное печенье в странах Латинской Америки и Испании. Нет никаких проблем с его приготовлением в домашних условиях. Для вас рецепт, как приготовить печенье пальваронес. Есть разные вариации этого печенья, одни делают их с миндалем, другие добавляют к нему корицу или молотый кунжут. В качестве основы можно использовать обычное сливочное масло или свиной жир. Да-да, не удивляйтесь. Перед подачей остудите печенье. Особенно вкусно оно с чашкой кофе. 1. Выложите мягкое сливочное масло в миску, добавьте 0,5 стакана сахарной пудры. 2. С помощью вилки хорошенько смешайте. 3. В другой миске смешайте 1,5 стакана муки, соль, 1 чайную ложку корицы. 4. Добавьте мучную смесь в масляную и перемешайте хорошенько. При необходимости добавьте оставшуюся муку, только не бросайте всю разом, а частями. 5. Отщипните от теста небольшой кусочек и скатайте его в шарик, получится 24 шарика. Смешайте в миске оставшуюся сахарную пудру с корицей. Обваляйте каждый шарик в этой смеси. 6. Фольгой застелите противень и смажьте растительным маслом, выложите все шарики. 7. Запекайте их в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. 8. Переложите печенье в тарелку и оставьте для остывания, затем уже подавайте к столу.